Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколь есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Пойди, умойся в купальне Силаам. Не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Это он? Нет, он похож на него. Это я. Как открылись у тебя глаза? Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Где он? Не знаю. Как ты прозрел? Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Как может человек грешный творить такие чудеса? Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. Это пророк. Приведите его родителей. А это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи? Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать?
Или вы хотите сделаться его учениками? Ты ученик его. А мы Моисеева ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто-то отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? Ты веруешь ли в Сына Божия? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? И видел ты его. И он говорит с тобою. Верую, Господи! На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели. А видящие стали слепы. Неужели и мы слепы? Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.